В Иванове начала работать школа КВН. В точке кипения организовали трехдневный интенсив для детских команд. Ведущий спикер школы, автор и фронтмен команды «Без консервантов» высшей лиги КВН, креативный редактор Всероссийской юниор-лиги Арсений Агапов. Это очень хорошая возможность для детей и подростков, которые хотят заниматься этим, которые хотят проявить себя творчески в разных сторонах, развить себя. Вот. И очень хорошо, что у нас в городе наконец-таки появилась эта школа. Самое главное для КВНщика – умение писать шутки. Если нет хорошего юмора, не спрятаться за красивыми костюмами и необычным реквизитом. Качественная шутка всегда состоит из захода и добивки. Заход, в общем, должен сеять интригу. Должно какое-то у зрителя возникнуть ожидание. То есть он должен чего-то ожидать, какой-то добивки. И в добивке вы должны это ожидание, собственно говоря, разрушить. На этом, как правило, получается юмористический эффект. Полученные в школе КВН знания ребята смогут сразу же применить. В Иванове открывается представительство Всероссийской юниор-лиги КВН. 30 ноября будет отборочная игра на городском этапе. Во все команды, которые играют в городе Иваново, приглашаем 30 ноября во дворец юношеского творчества на проверочную игру первую. А 15 декабря мы открываем сезон областной юниор-лиги. Все команды со всей области мы приглашаем к участию. Заявочку можно подать через нашу группу ВКонтакте, группу Ивановская юниор-лига КВН. Можно подать заявку либо на почту, либо через форму. Мы всех приглашаем. До появления Ивановской юниор-лиги местным командам КВН приходилось ездить в Ярославль, что не очень удобно. Теперь все КВНщики в возрасте до 18 лет смогут выступать в родном городе. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.